В эфире программа «Мы наука». «Наука и мы». Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет наука победит ожирение. В конце программы наши гости, оптимисты и скептики сделают прогноз. С какой вероятностью через 10 лет наука победит ожирение? Но, увы, победить ожирение трудно, считает наш эксперт профессор Капустин. Глядя на себя в зеркало, особенно в профиль, мне становится понятным, что последний шанс для меня – это если наука победит ожирение. Ожирение – это серьезная проблема не только отдельного индивида, но и постоянно увеличивающиеся расходы на лечение всех толстяков. 30% россиян страдают ожирением, еще 25% – лишним весом. Одним из способов определить ожирение является расчет индекса массы тела. Норма от 18 до 25. Дополнительный параметр ожирения – это размер талии. 94 см у мужчин и 80 см у женщин. Лишний вес имеет массу негативных последствий. Это и ишемическая болезнь сердца, гипертония, стенокардия, диабет, отсутствие либидо. В общем, ужасно все. Отношение к еде худого и толстого человека сильно отличается. Желание набить живот у толстушек возникает значительно чаще, чем у людей с нормальным весом. Калории, откладывающиеся в организме как жир, набираются быстрее, а физические упражнения для них менее эффективны. По прогнозам ВОЗ к 2030 году 3 миллиарда человек будут страдать от ожирения и избыточного веса. Ужасная перспектива. Наталья Георгиевна, а что сегодня называют ожирением? Ну вот, и вообще, как ставят диагноз и ставят ли его? Конечно, вы абсолютно правы, диагноз ставят. И я не соглашусь на данном этапе с Еленой Николаевной, глубоко уважаемой, все-таки ожирение – это болезнь. И эндокринологическое сообщество абсолютно точно в этом уверено. А если мы говорим о том, что человеческий организм сформирован э, таким образом, что если он тратит энергию, я часто привожу э, пример э, из прошлого нашего человечества, когда человек бегал за мамонтом, он его догонял, тратя большое количество энергии, потом долгое время употреблял этого мамонта, кормя свою семью. Возмещая как бы. Возмещая вот. эту энергию. И вот этот обмен потребления энергии и ее расходования, он и заложен, собственно, в генетическом материале. И существует целый каскад генов, которые э, предрасполагают к тому, чтобы запасать энергию или, если существует определенное нарушение, не запасать энергию, либо запасать ее избыточно. И важно, в каких условиях реализуется эта генетическая информация. Так мы сейчас с вами живем в условиях избытка получения энергии. Вся наша культура, все наши достижения цивилизации, они направлены на то, чтобы запасать энергию, но не тратить. Автомобили, да, на транспорте от, из, кабине, из постели, собственно, утром да, до кабинета и обратно. Практически, если мы не ходим ежедневно в фитнес-клуб, не плаваем в бассейне, кролем или баттерфляем, то мы практически не способны затратить то количество энергии, которое мы употребляем в этих больших порциях, которые сейчас едим, в основном углеводистая пища. Совершенно верно, что э, атрибутом всегда считалось ожирение э, средней и ниже по уровню социальной лестницы э, такого статуса, но сейчас э, действительно люди, имеющие возможность более гармонично, что ли, планировать свою жизнь, тратить энергию, заниматься спортом, питаться не фастфудом, а в ресторанах высокой кухни. Вспомните, как выглядит блюдо высокой кухни. Вот это путь к борьбе с ожирением, к победе. Пока мы не используем и не придем к тому, что наше питание должно сократиться в объемах в десятки раз, мы при этом количестве физической нагрузки, которую мы имеем в среднестатистически в наших в нашей жизни, мы никогда не справимся с этой проблемой. Вот, э, на данный момент это действительно болезнь, и она нарастает. Что самое страшное, к сожалению, мы идем к тому, что будущее поколение, которое мы сейчас растим, которое сейчас рождаются и являются детьми, э, они практически, ну в десятки раз увеличат количество ожиревших членов своего общества. Ну, про Потому будущее что... мы еще поговорим сегодня, да. Угу. Детское ожирение возрастает в разы, и это очень большая проблема. Здравствуйте. Какие. Елена Николаевна, а какой вред э, наносят? Что, ну, вообще, что плохого? ожирения да? Вот рассказали, что не ожирение само по себе вредно. Оно вызывает какие-то болезни? Какие ну, вот, именно? Допустим, говорят же, вот, что хорошего человека должно быть много. А я знаю, что, ну, ладно, с человеком, может быть, и неприменимо, но вот хороший вот такой вот, смотрите, свинки точно должно быть много. И, вот, и, и жирненькая, и что вот в этом плохого? Она, вот смотрите, себя прекрасно чувствует. На самом... Она станет еще больше? Да. И <связь> будет чувствовать себя <связь> <И> <связь> <связь> еще лучше. И еще счастливее <связь> будет. А, на самом деле мы не знаем, как чувствует себя свинка, да, она нам не может об этом сказать. Слушай, его хвостиком виляет а, радостно. Хвостиком виляет радостно, да, она просто еще не знает, для чего ее, собственно говоря, выращивают. Но а, вот так тези, что хорошего человека должно быть много, он, конечно, не оправдан. Потому что ожирение это не только ну, чисто эстетическая проблема, да? потому что человек, который, ну, правда, не все, но большинство людей, которые имеют избыточную массу тела, они недовольны собой чаще всего. Но а, речь идет еще э, о другом. Во-первых, избыточная масса тела ⁇ это прямой путь к э, таким, мне, правда, технологу говорить в присутствии медиков о заболеваниях. Э, достаточно, наверное, странно. Но это взгляд на... со стороны. Вот, это, да. в... Нет, это взгляд <с технолога, <с пищевого технолога, да, который, в принципе, делает все возможное для того, чтобы человечество ело. Но на самом деле, конечно, избыточная масса тела это прежде всего путь к сахарному диабету, это нагрузка на наши суставы, потому что избыточно ну, носить несколько килограммов. Ну представьте себе мешок картошки за... на одном плече, пол мешка на другом, и вот в таком в таком состоянии человек находится постоянно давление на наши суставы и стирание межпозвонно межпозвон суставных дисков, ну и артриты, артрозы и соответствующие болезни. Кроме того, избыточная масса тела – это прежде всего увеличение холестерина в крови, это те самые атеросклеротические бляшки, которые откладываются на сосуды, а это инсульты, инфаркты. Вы посмотрите, данные по статистике инфарктов и инсультов, она просто устрашающая. Наталья Георгиевна, ну раз так вот все ужасно, то вообще зачем нам там жир в организме, и вот эти вот откуда вообще берутся жировые клетки, зачем они? Вот, ну, собственно, вот... мы с вами уже договорились, что жир в организме это запас энергии. Это действительно так, потому что э, жировые клетки и жир тратятся при необходимости э, человеку потратить эту энергию. Существуют разные типы жировых клеток. Есть белая жировая ткань, бурая, есть желтая. То есть есть разные типы жировой ткани. Они в зависимости от своей локализации несут разные функции. Но в основном это прежде всего запас энергии и выработка определенных еще веществ, тоже участвующих в этом процессе. Если процесс. еда стала так доступной, если запас да. энергии стал таким, почему мы никак не эволюционируем? Почему И не избавимся просто от этих вот жировых этого? клеток или более быстрых их сжигания. Почему наш как бы, организм действует по-прежнему? Все запасает, запасает. Уже не надо запасать. Потому что период сейчас развития цивилизации гораздо меньше, чем период всего человечества, который форми формировал тело человека. Он гораздо больше. То есть, возможно, и для еще того... пару миллионов лет, и мы Пару его миллионов лет, и, и мы справимся с, с этой проблемой в чистой а проблем. Ладно. Александр Викторович, ну вот я не готов ждать пару миллионов лет. Я даже, скажу, я даже и миллион лет, как бы не особо готов ждать. Вот как сегодня наука пытается бороться с ожирением? и вообще насколько успешно? Ну, успешно, <laughs> в целом. Есть разные подходы. Если вы хотите, можем нарисовать небольшую Честно. Да, Значит, что можно сделать сегодня? Ну. Давайте в порядок. То, о чем говорили коллеги. Самое главное на самом деле образ жизни и пропаганда. То есть, это будем считать, что это кора головного мозга, пропаганда главное здорового образа здесь. жизни. Это да, это ну, я позволю себе сказать, я считаю, что это превосходит воздействие лекарств и всего типа больше 50%. Остального. Я думаю, что да. Потому что это, как мы говорим, это вопрос самоконтроля. Если человек может себя контролировать, он может держать себя в форме. Еще раз, вот сколько процентов успеха это работа с головой. Ну, вот действительно. Ну, я считаю, что, скажем так, ну гораздо больше 50. Не скажу, что 100, но и значимо больше 50. То 75. Есть, давайте поставим 75%. Ничего да. себе. Это, это это вот здесь это надо оборот. поработать. Да, абсолютно. Вот, и мне очень отрадно видеть, когда там приходишь там, в парк Сокольники, и там уже не, извините меня, а буквально с бутылочками, а молодежь, да, бегает там, прыгает, катается на чем-то и так далее. Кстати, вместо электросамокатов лучше бы они на велосипедах катались. Вот. Это да. Дальше, что можно сделать, тем более, что у нас есть технолог, это, да, качество пищи, которая попадает а -а -а. нам. Во-первых, еда должна быть качественной, а просто не только в количестве, а просто в первую очередь в качестве. То есть э, пик Глюкоза в крови после того, как человек поест. Да? Качественная еда да, не приводит Чем ниже? к такому и да. совершенно верно. Мы стремимся к еде с низким гликемическим Ни. индексом. То есть у нас есть чувство насыщения, но при этом мы не создаем столько проблем своего организма. Дальше. Это, ну, вот это, наверное,. Добавляет к этому, ну не знаю, возможно. Еще возможно, 15. Еще, возможно а, да, даже, да, даже. Ну ладно. Ну, на самом деле, да. Соглашусь. Ладно, 15, договорились. Вам не Дальше. подсказывало, вы сами. Дальше. Значит, физическая нагрузка. Это вот у нас уже ручки и ножки. Значит, если мы посмотрим статистику по влиянию на продолжительность жизни, а что для нас важно, продолжительность и качество жизни, то э, на самом деле ожирение в этом смысле не так сильно даже влияет, как низкая физическая активность. То есть после курения, ну, их всего шесть основных причин, курение, естественно, первое, и э, отсутствие э, физической нагрузки регулярной, это третья причина, то есть по данным Ассоциации, Европейской, извините, биологической Ассоциации, 150 минут в неделю – это минимальная нагрузка. И не обязательно бегать, на самом деле, в спортзале. Можно... Помыть квартиру, если квартира большая, то, да, это да, будет согласен. тоже здесь результат. здесь вот на самом деле есть и наоборот. У меня многие подружки говорят, нет, ну мы не можем ходить в спортзал, потому что ноги, руки, поэтому мы типа страдаем избыточным весом. Я говорю, погодите, избыточный вес не связан со спортзалом. Спортзал влияет лишь на качество вашего тела, а чтобы не было лишнего веса, надо просто не есть. Не есть и двигаться. На самом двигаться, деле, да, вот... это не про спортзал. Да. 30 лет медицины. меньше есть и больше двигаться. Да, да, спортзал как бы да, не поможет. Да. Конечно. Не надо говорить, что абонемент закончился. Проблема не в ерун этом. Да, Говорю я да. одному прекрасному следующему. Да, знаете, понятие дачный фитнес никто не отменял. Да? Да. Это самая лучшая нагрузка, чем на свежем воздухе. Дальше, ну, конечно, мы говорим про лекарства. Мы сейчас, э, ну, это мы я показываю, здесь скажем 5%. так, инъекции, да, и лекарства перорально, то есть через рот принимаемые. Это на самом деле, вот, да, оставшиеся проценты. Сейчас я знаю, что есть, скажем так, Новые популярные лекарства, ну, с моей точки зрения, это ошибочное увлечение, и все-таки это, как мы видим, чистая математика, да. это ревалирует. это основное. Дальше к этому добавляется то, о чем говорили, бариатрическая хирургия, то есть уменьшение объема желудка, ну, что все-таки является Добавим вмешательством. Это все, да. Это все, это все, все входит... медицина. Да, mm. вот, ну, и это основное. И здесь мы не будем сейчас, конечно... Понятно, что есть определенные гены, есть предрасположенности, но говорить про генную терапию в этом смысле, ну, мне кажется, это такая совсем футуристика, и, возможно, бессмысленно опять же возвращайтесь mm -hmm. вот к этому. Всё, вот вот так, так, чтобы у нас с вами сошлось красиво. В общем, занимаемся головой. Да. Благодарю. Отлично. Спасибо большое, займемся головой, но после рекламы. Реклама на НТВ. В эфире программа и наука. наука. И мы программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет наука победит ожирение. Вот как победить ожирение знает наш эксперт профессор Капустин. Во многих случаях ожирение можно победить не только медицинскими методами. Хотя для этого нужна огромная сила воли. В первую очередь надо уменьшить количество еды, особенно той, которая вам нравится. В вашем меню должно быть примерно 50% углеводов, 30% жиров и 15% белка. Естественно, нужно следить и за общим уровнем калорий. Занимайтесь спортом, как можно больше ходите пешком и не забывайте про бутылочку воды. Как ни странно звучит, но нужен полноценный сон. Ведь известно, что если вы спите менее 6 часов, вес набирается. Ведь дефицит сил сказывается и на гормональном балансе. Но если сила воли вас все-таки оставила, на помощь могут прийти лекарственные препараты. Их можно разделить на следующие группы. Подавляющий аппетит, препараты для усиления обмена веществ, препараты для нерасщепления жиров, что приводит к пониженной усвояемости, ну и многие другие. Увы, увы, все они имеют побочные эффекты, в любом случае необходима врачебная консультация. Так что я вот сижу, пишу этот текст, кушаю пирожок с повидлом и мечтаю о чудо-пилюле. Съел и сразу хотя бы минус один килограмм. Ну, скорее бы придумали. Ах, если бы. А лучше сразу, чтобы пирожок с повидлом съел и минус один килограмм. Вот, без пилюль. Хорошо. Хорошо, Наталья Георгиевна, ну вот уже сказали, что проблема не в желудке, а может быть, а в голове. Может быть, нам чем-то нейроэндокринология поможет в борьбе с ожирением в ближайшие 10 лет? Ну, если бы, наверное, эндокринология действительно могла регулировать эти проблемы в широком формате, то, конечно, бы она помогла. Но я должна сказать, что существуют действительно врожденные формы ожирения, такие так называемые моногенные формы ожирения, за развитие которых у ребенка, это те ситуации, которые развиваются с детства, они являются следствием мутации в каком-то гене. И эти заболевания мы научились лечить, и уже есть примеры излечения детей наших пациентов. Вес, например, 180 килограмм. Обнаружено, что у него у ребенка обнаружено, что у него мутация, например, в гене лептин, и для него уже создан персональный препарат и так далее. То есть это определенная линейка генов. Если мы говорим о широкой массе, основном, да, широком пуле пациентов с ожирением, я повторяю, что это пациенты, то, конечно же, не нейроэндокринные изменения здесь помогут, а вот это вот факт того, что мы тратим энергию, которую получили с пищей. Сейчас э, есть такое наблюдение, что наиболее успешный бизнес, это именно гастро, э, гастрономический бизнес. Это различные фастфуды, это э, разного типа рестораны, это э, различные магазины быстрой кухни, э, и мы покупаем огромное количество нездоровых продуктов. Давайте так, у нас открываются не оперные театры, а у нас открываются магазины с едой и рестораны. Совершенно верно. Поэтому, если мы не справимся с этой ситуацией вместе, то наши дети будут продолжать повышать свой вес. А я хочу напомнить, что если, например, ребенок в течение первого года э, имеет вес годовалый ребенок больше 10 килограмм, это точно путь к эндокринологу. Для того, чтобы выяснить, почему. Либо у него моногенная форма ожирения, либо у него, его перекармливают наши замечательные родственники. И самые основные, продуктивные, и мы это сейчас практикуем, и создали такую школу, пути борьбы с ожирением у детей и у взрослых, это семейные формы школ, образовательные. Когда к нам приходят с ребенком толстеньким, мы берем в охапку, извините за выражение, всех его родственников. Если приходит женщина, то мы зовем ее мужчину и ее детей. Привет, а все мне, пожалуйста, вот я, например, сколько читала, читала, что количество жировых клеток закладывается до трех лет. То есть до трех лет ребенок и должен быть худым на самом деле. Потом количество жировых клеток не меняется всю жизнь. И если ему до трех лет вот так вот напихивали, напихивали, заложили их много, то потом он все, будет, все время страдает. Так откуда же эти разговоры мамочек Переход переходном возрасте похудеет. Ну, давайте развеем этот миф: ничего, никто никуда не похудеет. Ребенок должен быть худым. Ребенок должен быть сбалансированным. Его здоровым. индекс массы вот. тела должен быть, как мы уже здесь говорили, от 18 до 25. И это нормально. Если же, кстати, если женщина во время беременности поправилась больше, чем на те же 10 килограмм то это тоже говорит о том, что что-то во время беременности не так. Либо с ее метаболизмом, либо какие-то проблемы есть у ребенка. И это тоже а, та ситуация, которую надо разрешать. Последующем и во время беременности, и во время родов. То есть не только первые годы жизни закладывают здоровье и нормальную жировую ткань, но и период беременности, когда малыш внутри ровно. Огромное количество а, блоков а, информации мы, собственно, с вами должны знать и должно знать все общество для того, чтобы а, ну, уйти с того пути потребления без затрат и сформировать здоровых э, детей и здоровое будущее поколение. Елена Николаевна, вот вы инженер-технолог общественного питания. А может быть, как-то вот, э, биотехнологии в питании нам помогут? Вот действительно, Капустин сегодня сказал, ем пирожок с повидлом. Можно сделать такой пирожок, в котором, не Вроде знаю, как повидло, будет но Низкий гликемический индекс. Он будет, я не знаю, из клетчатки. Вы знаете, проблема, проблема заключается в следующем, что э, сейчас э, первое, еда стала доступная, второе, что еда стала, ну, в большей степени мы едим рафинированную еду, а мы не затрачиваем практически никаких калорий на то, чтобы еду, не то, что добыть, а даже ее приготовить. Мы заказали в ресторан, нам привезли, мы не вставая с компьютера получаем все, что мы хотим. Более того, не только, ну, скажем, сейчас ведь посмотрите, большая проблема купить продукт, в котором минимальный состав, состав полезный, и в котором практически нет пищевых добавок, которые направлены на усиление вкуса, на усиление цвета, аромата вы заставьте ребенка съесть нейтральный продукт, у которого нет ярко выраженного вкуса. Он не будет его ну, есть скажу, невкусно. Потому... невкусно, потому что он любит похрустить чипсиками. Вот самое гармоничное сочетание, да, приятное для вкуса человека, это жир, сахар и соль еще хруст поэтому сейчас есть попытки маркировать продукцию ну скажем так здоровую продукцию да то есть зеленый сигнал это хорошая качественная и здоровая продукция желтая это скажем так так себе. А вот красную нужно исключить из своего рациона. Тут, наверное, нужно говорить не о запрете со стороны государства, а все-таки о формировании э, правильного пищевого поведения. Э, о пропаганды... Ну, о... Что же за полумера-то? Ну почему-то давайте обучать население правильному питанию, правильному пищевому поведению. Мы, например, обучают. Обучаю, Дело в том, что есть и в школах программы, направленные на э, формирование правильного Елена пищевого Николаевна, поведения. Простите, что перебью. Извините, ради при этом во всех школах, вот я знаю, у меня четверо детей, они в школах. Да. В школах что? Стоят лендинговые автоматы, которые продают что? Шоколадки, чипсы. И на обед им булочку дают да. чем-нибудь школа да. на этом зарабатывает. И производитель зарабатывает. И производитель, Вы знаете, это очень сложная это тема, сложная тема. И если мы ее поднимем, то надо три передачи снять по поводу организации школьного питания. О, Поэтому, да, отличная. на самом деле это мы действительно. Запомним. Давайте все-таки говорить, что это бизнес. Да. Это угоду бизнес. бизнес, мы все болеем. Это нечестно. Да. Это хорошо. бизнес. Если позволите. Существуют сейчас уже первые шаги в этом отношении, потому что, если вы знаете, в прошлом году стартовал федеральный проект ⁇ Борьба с сахарным диабетом ⁇ И деньги на реализацию этого проекта сейчас берут откуда? В прошлом году введены акцизы на сладкие напитки. Мы добились того, чтобы производители сладких напитков платили в государство налог, который, к сожалению, пока тратится не на профилактику и на э, уход от ожирения, а на то, чтобы выделить средства на организацию правильной медицинской помощи, на э, снабжение пациентов с сахарным диабетом необходимыми препаратами, мы надеемся, тоже. Очень важно, что дети с сахарным диабетом за счет этой программы во всей стране с прошлого года будут бесплатно получать средства непрерывного мониторинга. Это вот первые шаги, которые государство делает в этом отношении. И если бизнес хочет заниматься продуктами, которые несут, наносят вред, он должен, существует такая система, он должен платить систему здравоохранения для того, чтобы мы могли реализовать мероприятия по лечению этих пациентов. Желательно, правда, как можно быстрее справиться с этими задачами по лечению и начать все-таки профилактизировать и уйти в начало пути. Лечить уже поздно. поздно. Угу. Главное начать с того, чтобы обучить правильному образу жизни, правильному питанию. Как мы уже сказали, все это нужно делать с семьи, с детского возраста. Конечно же, образовательные учреждения здесь очень могут помочь. Но здесь не надо доводить до абсурда, что определенное питание детям в школе мы можем давать только вот четко определенного вида. К сожалению, бизнес-подхода, бизнес мы никуда не денемся, и вот эта конкуренция, она заставляет и школы, и другие учреждения идти на какие-то там свои бизнес-процессы. Но действительно обсуждается на уровне государства вопрос, чтобы все детское питание Абсолютно очистить от подобной практики. Конечно, хорошо, школа не хорошо. должна быть бизнесом. Тоже тогда, у тогда у меня вопрос к нашим гостям, оптимистам скептикам, но у меня еще один есть рояль в кустах помимо э, замечательной свинки, хорошо себя рояль. чувствую. Чей? Ой, а красивый. Вот смотрите. Какой. Есть верблюд. Он, когда все хорошо, набирает себе в горб в жирку побольше, вот, запасы создает. А когда, соответственно, с водой у него покататься хочешь, ну погладь ну, сначала. Она такая хорошая. Да. Ничего себе. Кстати, да, кто, мы, вот мы выучили на программе, что это на самом деле жировые горбы. Никакая там не вода, а там жир запасен, вот. и ничего ей не мешает. А можно? Вот, значит, Я ну, ей залезай. добавлю нагрузки. Угу. Да? Это же полезно? Ой, классненько! Вот. Соответственно, набрала себе жирку, когда все хорошо, воды много. Когда вода закончилась, потихонечку этот жир из горбов израсходовала, но при этом как бы на здоровье это никак не повлияло. Видите? бодра, весела, даже Катю катает. Угу. Ладно, угу. все, она поработала? все поработала. Да. Ну, слезай аккуратненько. Так останови пожалуйста. Сейчас. Я не знаю, как это останавливается. Тут все. нет. Педали нет. Но человек, он же, к сожалению, не верблюд, а может быть и к счастью. Поэтому, естественно, вот эти вот попытки бороться с весом, это диеты, это вот этот вот спорт. Это же большой стресс для организма. Это, Гои, большой, это небольшой Небольшой стресс для Смотри. организма? Угу. Так. Это удовольствие. Но. Вот ты угу. отказываешься, а мне кажется, борьба с ожирением, это же прям ла-ла-ла-ла. ла ла Как Пол... в фильме дальше она такая. <свист> <свист> да, а что, только вот, вот надо так же, но где-то в полчаса. Так не вопрос. Давай, веди да, программу. Пока Катя крутит, я задам свой вопрос. Так вот, <laughs> это же действительно большой стресс для организма, и еще ну, не важно, ну, неизвестно, что опаснее. Либо испытывать постоянный стресс от этих диет, от этого спорта, потом расстраиваться, что это все не работает, потому что я еще вычитал статистику, что а, примерно один из 500 человек которые сбросили вес, в результате этот вес удерживают. Остальные все равно возвращаются к тому весу, который был, и даже больше набирают. Так что опаснее, вот все-таки пытаться постоянно бороться с этим вот лишним весом, или уж оставить все как есть, ну вот вот как бы что выросло, то и выросло. Это вопрос и... Ко всем. Да. Александр Викторович, давайте начнем с вас. Вы сегодня в прекрасной женской компании должны за всех ответить. Да, повезло. Мужчина. Ну, давайте еще раз разделим избыточный вес и ожирение. Корреляция заболеваемости и смертности связана с ожирением, то есть индекс массы тела выше 30. С этим надо бороться, и да, это реально. Избыточная масса тела нет, не найдена пока прямая корреляция с проблемами. А вот то, о чем вы говорите, стресс и вообще говоря уход в депрессию, из-за диеты. А депрессия, как правило, еще и это, заедают опять. Из-за одного лишнего килограмма это, действительно да, это, абсолютно. Это гораздо большая проблема, приводящая в том числе опосредованно к повышению смертности, к повышению заболеваемости и так далее. Поэтому надо четко делить и разбираться с ожирением. Избыточный вес – тема спорная. Нужно смотреть каждый конкретный случай. А все согласны. Я могу добавить, и соглашусь с Александром, что это действительно ситуация, которую нужно делить на разные блоки. Ожирение несет в себе риски развития сахарного диабета. На фоне ожирения в 5,5 раз повышается риск развития сахарного диабета. В полтора раза риск развития онкопатологии. Развитие патологии желудочно-кишечного тракта, патологии легких и так далее. Это Проблема ожирения, когда действительно висцеральный жир преобладает, он обволакивает все внутренние органы. органы, и именно это ожирение считается вредным. Очень важно следующее, дорогие коллеги. Дело в том, что было совершенно четко показано, что чего нельзя категорически делать, нельзя голодать. Потому что одни сутки голодания переводят, программируют организм на запасание. запасание. Чуть ли не на год. Подождите. Голодать нельзя. Но ведь. Нужно? Мы же не эволюционировали, и Нужно. когда мы бегали за мамонтами, простите, конечно, мы ели этого мамонта, наверное, там раз в месяц, а все остальное время вынуждены были за ним только бегать. И раз мы не эволюционировали, как сейчас сказали, наш организм приспособлен и к голоданию, и к запасанию. Но во время голодания он должен что-то съедать, и запасание должно, соответственно, перемежаться с голоданием. Так он в любом случае а он запасает, получается голодай, только не голодай. запасание. Так нет как раз вот вопрос в чем в том чтобы потом хватило тебе соответственно еды на, на продолжительное голодание мы переходим в более экономный режим и здесь еще один тонкий момент когда мы используем термин диета это всегда очень плохо сказывается на пациентах потому что это обычно рестрикция это тебя в чем-то ограничивают и поэтому лучше использовать термин рацион адекватный рацион то есть ты должен получать энергии не больше чем тратишь. 1200 килокалорий, 1500, ну там есть, это расчет достаточно простой. Вот, вот на этом, и надо понимать еще один тонкий момент, мы делим на две части. Первое, мы снижаем до нормального веса, ну или до желаемого веса, и потом этот вес должны поддерживать. Поэтому вот этот период снижения веса... Медикаментозно, хирургически, какими-то другими путями, вот этот период он достаточно короткий. Да, он тяжелый, но он не пожизненный. А вот уже дальше будет любезен, соблюдай. Пожизненно. И вот мы начинаем считать. Да, да соглашусь с коллегами, диета это и ограничение организма это всегда стресс. И организм мстит и мстит жестоко. Человеческая память, да, наш мозг устроен таким образом, что он все запоминает. И если его ограничивали, он будет потом мстить вот этими дополнительными килограммами, с которыми расстаться будут практически невозможно. Поэтому на самом деле вот ограничивать организм ни в коем случае нельзя отомстить и очень жестоко. Вот так вот приходишь вечером домой и спрашиваешь, дорогая, а что у нас сегодня в рационе? А тебе вот ответ ничего. Ничего хрустящего. Реклама на НТВ. В эфире программа мы наука. «Наука и мы», программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Уважаемые гости, оптимисты и скептики, ко всем к вам вопрос. Какой вероятностью наука все-таки победит ожирение? Ну, Александр Викторович, вы у нас сегодня за всех должны опять ответить. Давайте Я начнем понял. с вас. Ну, давайте так, третий раз, Я последний повторю. Разделим ожирение и избыточный вес. Ожирение можно побороть и на 75%, я уверен, но не считая вот моногенных проблем, с которыми, хотя я надеюсь, тоже при помощи генотерапии мы справимся, я думаю, что мы справимся, если мы оставим в покое людей просто с избыточным весом. 75%, спасибо большое. Я не буду столь оптимистичным. Я вообще не верю в то, что в ближайшее время, вот в десятилетие, десять лет на самом деле очень и очень мало, даже для, ну, даже для одного человека, не говоря уже для человечества. Вот. И потом, опять же, активное средство рекламы, которое нас нам пропагандирует. Да, мы приходим в магазин и яркие рекламы: съешь меня, купи меня, возьми меня, яркая, насыщенная, калорийная сладость. Да? Поэтому я думаю, что я даю процентов ну, 7-10, не больше, что наука с этой проблемой справится. Давайте округлим до 10. Хорошо, соглашусь. 10 процентов. Спасибо большое. Ну, вот приставка через 10 лет, к сожалению, не позволяет мне дать оптимистичный прогноз. Потому что я считаю, что наука точно победит ожирение, но для этого потребуется несколько сотен лет и несколько поколений. В течение 10 лет я допускаю, что моногенная форма ожирения у детей с ними мы справимся. И для них разработается целый ряд новых инновационных препаратов. Существует большая линейка препаратов для корректировки э, на уровне пищевого поведения, на уровне желудка, на уровне центра голода, на уровне э, вкусовых рецепторов и так далее. То есть линейка препаратов, которые справляются с ожирением, очень большая. Если мы говорим о э, морбидном ожирении, то есть ожирение, когда вес выше 150 кг или индекс массы тела, Выше 40% здесь есть и возможность справиться с помощью препаратов и есть та самая бариатрическая хирургия, который, приверженцем которой я совсем не являюсь. Но тем не менее она дает хорошие результаты тогда, когда потеряна надежда на любые и другие. Суммирую эти прогнозы Вероятно, цифра. Поэтому за, за 10 да. лет мы, наверное, процентов при, процентах 35% справимся с патологией у наших. 35%. Спасибо большое. Смотрите, если касается конкретно одного человека, то да, 100%. То есть можно. Ладно, хорошо, 2% оставим на генетическую патологию. А если же мы говорим о популяции, коллеги, здесь опять же не больше 10%. И нужно помнить, 3 нет и 10 тысяч, 10 да. Надо, соответственно, питание. Нельзя голодать, нельзя переедать. Нельзя спешить, когда ешь, да, чтобы насыщение. И, и... еще важно хорошо спать. Отлично. И, и 10 тысяч, да, это 10 тысяч шагов в день, вот, коллеги. То есть вот это то, то, а что? 10%. 10%. 10%. 10%. 10%, спасибо большое. Ой, ну что, ожидаемо лишь с вероятностью 32,5%, что наука победит ожирение через 10 лет. Грустно, конечно, да. Тенденции плохие а, возрастают. Самое страшное, что проблемы именно у детей с ожирением, с перееданием. А еще, знаете, что страшно, что вся индустрия, например, рекламы, маркетинга, да вообще половина бизнеса, заточенного а, только на получение прибыли, они используют все свои колоссальные инструменты на рекламу еды, еды, еды. Никто не рекламирует картинные галереи, никто не рекламирует велосипеды. Еда, еда, еда. Вот бы Понимаешь, еще, еще, мне кажется, что, нет, еще мне кажется, что проблема в том, что эту еду рекламируют не боги позитивные например, люди, да, а довольно привлекательные, стройные молодые люди, которые собрались в кафе да. попить э, сладкой там, газировки, съесть, да, съесть бургер. И знаешь, еще э, в чем главное... А проблема? никто не может отказаться. Понимаешь, все, когда видят эту картошку, еду, вот эту все обклеенными красивыми Суциалист. штуками, рекламами, все это с добавками, никто не может А, а потому что, знаешь, вот, вот, просто я понимаю, что вечер, да, а, как бы уже <с даже ночь, что это реквизит, да, принесли. Ну, сволочь, ну, вкусно же пахнет. Ну, Вкусно, невкусно. Заканчиваем сегодня вот так. Да, прости, конечно на... Не передайте, пожалуйста, следите за своим здоровьем. Это была программа «Мы наука». «Наука и мы». Программа о том, как наука изменить, в том числе и нашу с тобой жизнь в ближайшие 10 лет. Будьте здоровы и замените, пожалуйста, еду лучше на театры, например, или на чтение. Ну или на просмотр научно-популярных программ. Увидимся через неделю. Пока. Пока.